Всем здорово, с вами снова Билли, и мы снова продолжаем проходить Братейта. Вот, и на этот раз я хочу выбрать персонажа довольно-таки прикольненького. Ловкач его зовут. Собственно, это персонаж, который не может находиться в стоячем положении, то есть он должен постоянно быть в движении. Потому что если он будет неподвижность, у него минус 100 к параметру броня. То есть в неподвижности ему пизда. У него плюс 30% скорости изначально. У него плюс урон в ближнем бою за каждый плюс к скорости. И минус 3 брони. Так, что мы ему будем брать? Я думаю, maybe его скинивать сюрикенами попробовать. Что скажете? Правда, у него плюс ближнему бою, да, так что хуй знает. Но мне все равно нравится сюрикены. Может, все-таки попробовать? Мало у кого они на старте есть. Давай, потестим во всяком случае. Нереально быстрый чел. Тупо флэш. Четыре мы нафармили. Так, что еще возьмем? Ну и удачу. Сюрикенчик. Чего тут еще есть? Сюрикенов что-то больше не видать. А чё? Дайте сюрикен. Во, спасибо. Три сюрикена у меня. Прикольно. Мне нравится, как это выглядит. Ну, типа, когда еще получится у меня поиграть за сюрикенового типчика? Ну, вряд ли это оптимальный билд. Все-таки у него ближний бой. Хуй знает. Давай еще скорость возьмем. Сюрикен. Че сюрикен дают? Крит дают. Ага, понял. Наверное, надо скорость атаки брать под сюрикены. Или нет. Вообще хз. Очень даже неплохо. Ну, играется неплохо. А как выглядит, хуй знает. Так, чё, давай дальность. Думаю, лишнее не будет. Давай регенерацию. Хуйня всякая. Мины. А давай мины. Вот это возьмем. Так тоже потом возьмем. Так понимаю, там нету стопроцентной гарантии, что будет отскок. То есть там какая-то вероятность. Потому что не всегда они отскакивают. Сюда рикошет надо брать. И вообще все будет офигенно. Почему я пытаюсь постоянно какие-то неживые билды тестить? Типа, ну, сюрикены, серьезно. Так, скорость атаки, удобрение. Удобрил. Еще сюрикен. Давай, кражу жизни. Так, тут нихуя нет, да? Жаль. Погнали. И не прям обязательно всегда быть в движении, но рекомендуется, так скажем. Ловкач. У него в глазах какие-то мини-огни такие, типа флэш. Из DC вот этот супергерой. Почувствуй скорость. You feel my speed. А, есть чел какой-то стример футбольных всяких, всякой хуйни. I show speed. У него ник. Бесит, правда, у меня немножко. Так, давай крит еще. Шмуп, 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 шмуп. 6 сюрикенов. Собственно, с критом все в порядке. Опа. Еще синие.
Так-то. И вот так. Отлично, слушай. Три синих уже сюрикена. Ух уж эти отскокичи. Надо броню все-таки ему фиксануть. Чтобы в движении не было отрицательной брони. Потому что у него даже в движении броня минус 3, по-моему. Ту-ту-тум. Блин, прикольно. Мне нравится. Даже несмотря на то, что это явно не оправданный билд с сюрикенами. Все равно прикольно играется. Так, давай кражу жизни. Кибершар, давай. Что мы здесь? Давай подумаем. Давай дальность, чтобы он издалека всех херачил. Так, еще кража жизни. Тут мне ничего не надо. Деревья. Карманную фабрику вполне можно взять. Дальность сбора. Да, надо броню пофиксить и хпшечек немножко взять. Немного, но чуть-чуть надо взять все-таки. Тем более у меня деревьев много. Карманная фабрика, я думаю, будет уместно. Вообще шансов не оставляет. Ну, этим коконом, я имею в виду, шансы не оставляет. Умри, умри, сборщик. Блять. Кибершар. Плюс 8 брони в неподвижности. Это вообще шмотка. Как она вообще ко мне попала? Загадка. Скорость атаки. Блин, там была броня, надо было брать. Так, дальность. Еще дальность, серьезно? Ну давай. Сюрикенчик. Сюрикенчик. Восьмая волна. Уверенно, справились с ней. Интересно, что будет на девятой. Это прям вопрос, интересующий меня. Догнать меня не смогут эти хрени, конечно. Но буду ли я их выфармливать? Вопрос. Заслуживающий внимания. Блять, больно было. То, что я быстро, не означает, что я неуязвимый. Более-менее. Скорость атаки минус урон. ХПшечки. Еще сюрикенчик. Кража, регенерация, камень, тележка. У меня кот на окне сидит, зевает и смотрит на меня так. Что ты там, блядь, делаешь, уёба? Опять сидишь за своим компом, иди вторую работу ищи. Так вот моя вторая работа. Правда, деньги не приносит. Но это уже нюансы катаски. Не стоит на них обращать внимание. Деньги эти. Кому они нужны? Мне, например. Блять, больно делают, слушай. Хилились. Хорошо хпшки взял. Мне кажется, без хпшек я бы откис. Слушай, ну вроде все достойно происходит. Пятьсот свои я выфармил. Скорость, инженерия. Не надо нам это. И это не надо. Вот это надо. Че, я две такие взял? Давай броня. Давай еще удача. У меня максимальная удача, сука.
Урон, адреналин. О, это давай. Глаза пришельца. Бля, ну вот это вот мне зачем? Лучше плащ возьмем. Уклонение. С адреналином тем более нормально. А глаза пришельца, мне кажется, не очень уместны. Вот это возьмем. Десятая волна. Фиолетовый, собственно, у меня уже сюрикенчик. Я вообще мега быстрый. У меня уклонение. У меня, блядь, все. Кстати, а я взял? Да, фабрику взял. То я на секунду засомневался, что я ее вообще взял. Слушай, прикольный лавкач, мне он прям нравится. Прям чувствуешь силу персонажа. В отличие от некоторых хуёвых стрелков. Всяких, блядь, проглотов, заглотов, толстяков. Хотя толстяк по описанию мне сперва показался реально сильным. Кто знал, что он такой заглот? Заглотила. Так, ну 400, не так уж много. Глаза пришельца. Да не надо нам ваши глаза. Давай крит. И давай мы возьмем кражу жизни. Сюрикен, геккон. Так, это не нравится мне. Крылья. О, давай. Тут-тун-тун-тун-тун-тун-тун. Еще дополнительный сюрикенчик фиолетовый. Сборы уклонения. Давай. Уклонение нам надо. Слушай, довольно уверенно все происходит тут. И батория вся вот эта. Слушай, а танки от меня не отъебываются. Они прям как я, с такой же скоростью двигаются. Бля, не хватает урона у меня, чтобы заливать всю волну. К сожалению. Надо что-то придумать. Вряд ли достаточно будет просто вкачать сильные сюрикены. Скорее всего, надо какое-то пробивание. Или, может, бородатых детей надо. Я не знаю, что делать. Но что-то, блядь, да, это не очень вышло. Ладно, давай попробуем без сюрикенов. Это я так побаловался. Что можно придумать без сюрикенов? Может, копья ему нужны? Тут тоже как раз неподвижность не работает. Попробуем с турнирными копьями. Ну, не надо, конечно, как рыцарь играть. Скорее всего, тут надо немножко иначе все делать. Ну, сейчас посмотрим. А где? Вот. И вот, все, три копья есть. Че средневековье дает? Уклонение, броню. О, найс. Как раз мы броню фиксим. Любопытно. Выглядит реально прикольно. Как раз фикс брони, плюс еще скорость. Или там уклонение. Что-то проебал. Так. Давай кражу жизни. Давай язык пришельца. Что там у нас? А, уклонение, да. То есть надо будет как раз шмупал. Ой, адреналин взять. Быстрый, уклоняющийся. Типчик. Очень больно бьющий. Потому что если я скорость вкачаю, то буду еще гораздо больнее бить. Гораздо. Блять, как-то не успевает он ударить, как будто бы. Ну ладно, посмотрим сейчас, что сделать можно.
А можно мне еще копье, пожалуйста? Блять. Ну ладно. Пиздец. Столько ролил и нихуя. Обидненько. Мне, конечно, и так все вроде неплохо, но хотелось бы 6 пушек. 4-я волна. Кстати, для 4-й волны неплохо, так я нафармил. 134. Ну, чуть выше среднего. Давай еще скорости. О, синее турнирное копье. Неужели? А че, будут еще копья, блядь? Шапку надо брать. Вот, наконец-то. Бля, че такая сигналка громкая? Хотя это, наверное, говорит о том, что хорошая лучевая сигналка. Раз она у него громкая. Да, я чисто, бля, гопник. В шапке в этой. Средневековый, блядь, рыцарь. Надо скорость атаки еще. Ай, блядь, больно. Ну, не очень хорошо нафармили. Удачи. Пам-пам-пам-пам. Шестое копье. Отлично. Давай свинью-копилку на перспективу. И погнали. Шестая волна. Хуя он. Нормально так всех размотал. Блин, ловкач прикольный. Такой быстрый геймплей. Но можно ошибиться. В принципе, за любого можно ошибиться. Но тут прям быстро все так драйвовенько. Пойдет 200 на шестой волне. Давай регенерацию возьмем. Ну и давай ХП. ХП тоже очень нужны. О, еще синее копье. У меня почти все синенькие. Так, минус Шамаич. Слушай, ну тут вообще не должно остаться этих коконов. Я буду карту сейчас всю пробегать за 10, просто за, не знаю, миллисекунд. Вот, все. Только нужно радиус сбора поднять, чтобы проще было собирать. Я взял два языка пришельцев, в принципе, неплохо. Да, чтобы тут заспаунился слэшер, нужно прям постараться обосраться. Пойдет. Очень все достойно, мне кажется, у этого персонажа. Так, давай урон. А, здесь что? Броня уклонения. Давайте это мне. Дальность сбора минус уклонение. Ну, похуй. Кибершар возьмем. Мне нравятся эти все рандомные эффекты. Ого, вообще не почувствовал. Ебать, рыцарь. Кругового стола. Ай. Что-то, блядь, нога чешется. Прикиньте, бежишь ты вот таким рыцарем, и у тебя нога зачесалась. В средневековье тупо на вот этих короли устраивали всякие там
представление, когда два рыцаря должны друг в друга въехать с копьем на коне. У тебя, блядь, летишь, у тебя нога, блядь, нога чешет, ну, сука. И тебе копьем прям в кадык. Такой, блядь. Ну, зато ногу почесал. Скорость атаки взяли, и я думаю, надо... Бля, надо, может, еще скорость атаки? Не, давай ХП. Мы терпилы. Это мы убираем. 6 синих копей. Копей. 9-я волна. Фармим. Вообще изи. Какой же легкий фарм. Будет 600. Такой, будет 600, и откис, блядь. Не зря ХП взял. Мне кажется, это хороший был выбор. Главное не получить урон, будучи в состоянии, ну, стоя на месте, иначе мне пизда. Ну почему лавкач, если лавкач, то, блядь, такой большой минус. Типа, стоя нельзя. Бля, нет 600. Сука. Наебал, получается, даже 500 не сделал. Давай уклонение, давай еще скорости возьмем. Думаю, помидор можно взять. Здесь он будет уместен. Фабрику не будем брать. Слоненка возьмем, шлем. Броня, ХП, давай. Сумка, давай. О, фиолетовое копье. Это надо будет брать. Удачи у меня мало, мне надо удачу. Помидор дает нормально так регенерации. Вот, а хитпоинтов у ловкача, мне кажется, априори дохуя не будет. Априори. Априори. Бля, больно. Что-то регенерация-то не так уж дохуя дал мне помидор. Я что-то ожидал, что будет больше. Помидор реально грустный. Не напиздели. Блять, остановился так нагленько. Разрозненно просто ходит, поэтому у меня есть небольшие трудности. Мне кажется, 10-я волна отличается от этим вот спавном мобов. То, что они друг от друга очень далеко. Так, что мы будем брать? Давай кражу жизни, maybe. Да, давай. Собственно, еще одно копье. На этот раз фиолетовое. Бесплатная замена. Удачу хочется взять. Ну, давай, ладно, давай. Да, пожертвовал регенерацией, но потом мы ее восполним. Иначе это все было зря. Танков я в этот раз хуже пробиваю, чем с сюрикенами, по ощущениям. Как-то растерял я этот ДПС, что ли, не знаю. Адреналин нужен. Не хватает явно мне адреналина, чтобы похилиться, чтобы уклоняться и чтобы хилиться с уворотов. Блять, больно. ГГшечка сейчас будет. Да. Блять. Но это было прикольно с копьями. Давай повторим. Мне нравится копье. В принципе, оно нивелирует минусы. Хочется стоя ударить, но боюсь, что могут подойти. Возьмем эту хрень. Давай ХП возьмем. Копье.
И погнали те. 12 мы сэкономили. Собрал, если учитывать, сколько у меня было на старте. Вот так-то. Четвертое копье плюс купон. Купон на старте — это всегда хорошо. Ебать, копья вылетели крестом таким забавным. Блин, а что не говори, Братейта — очень кайфовая игра. Я думаю, еще в Binding of Isaac поиграть. Потом как-нибудь. Это вообще хардкор. 94. Идет. Уклонение плюс сбор. Давай сюда. Давай еще удачку возьмем. Броню. Копье дерева. Давай сбор. Рубашку получим. Интересно, а нужно ли тут прям мейнить хосту? Мне кажется, у него и так все хорошо с хостой. Да, она типа повышает урон. Ну да, наверное, если нужен урон, тогда ты берешь... Пришла хоста, ты берешь хосту. ...136 на четвертой волне. Более-менее. Удача. Давай сбор. Верим в то, что мы можем перевернуть эту игру. Перевернуть правила этой игры, я бы сказал даже. Раздебано. Раздебано. И снова раздебано. Очень хорошо. Будет больше, чем в прошлый раз. Наверное, копий больше у меня, или я более грамотно двигаюсь, не знаю. Эта пятая волна прям удачная получилась. Еще дерево. Хо-хо-хо. Давай кражу. Копье. Турель. Наверное, не будем брать мы турель, мы возьмем фишку на уклонение. И будем выходить в уклонение. Геккончик. Это мы возьмем. Но дальность надо будет уменьшать. Ни к чему большая дальность. А вот уклонение, броня, вот это все мы будем брать. О, еще предметики. Каев. Дальность надо уменьшить, потому что, блядь, у меня... Много дальности для милишника. Она как бы не нужна. Она потому что оружие долго возвращается назад, и из-за этого скорость атаки проседает. 240. Удача, давай. Давай скорость. Регенерацию еще возьмем. За предметы первого уровня будет давать регенерацию. Давай. Кролик. Вот это лочим. И вот это возьмем на перспективу. Кражи и броня нужны. Блять, серьезно, я заспавнил слэшера. А, и убил его тут же. И коротко о ДПСе.
Почти 300. Так, я думаю, стоит взять ХП. Потому что я сейчас проседаю по урону. Ой, по выживаемости. Я сам себе беру штуки, которые понижают мне выживаемость. Поэтому заранее возьмем ХПшечку. У меня тут было больше синих, но сейчас у меня есть фиолетовое копье. Надо больше выформить за эту волну. Давай. 247. Ну, с моим сбором вполне сойдет. Скорость атаки. О, кольцо мстителя. Это хорошо. А? Меч острое, средневековое. Может, меч попробует? Попробовать. А давай попробуем меч. Почему бы и нет? Возьмем его потом. Ой, там орёт ребенок, фу, ужас какой. Просто у меча два бонуса, у копья одно. Как бы я не потеряю бонусы, при этом возьму сейчас фиолетовое оружие. Дети кричат. Блин, ну вроде не рыцарь, а играю им как за рыцаря. Там потому что есть такой картофель. Ну, персонаж рыцарь есть такой. Очень бодренько все ломаем. И персонаж сейчас перестал слушаться на секунду. Это мне не понравилось. Я чуть сейчас не проебал из-за этого. Давай скорость. Ну и давай кражу жизни. Возьмем вот это. Вот это мы уберем. Возьмем вот так. Минус скорость, но броня и хп. Давай. Это ничего мы брать не будем. Хотя глаза пришельца... Давай возьмем. У меня хп, кстати, не так мало, как может показаться. Да, можно два меча сделать. Бля, я зачем объединил? Ладно, похуй. Десятую волну так maybe пройду. Хоть записывается, а то, блядь, опять проебусь. Не, записывается вроде. Блядь, на месте стою. Ну-ка, стоять. Все, вроде окей. Слушай, мне нравится вообще все, что происходит. Даже вайпы мои, они не приносят мне такого разочарования, как на других персонажах. Наверное, потому что тут я чувствую, что есть потенциал. Есть как бы перспектива некая. Там я такого не чувствовал. Я понимал, что идею, но не чувствовал победу. А тут я прям, в принципе, чувствую. Так, тоже почти 500, это мы не берем, это тоже не берем, уклонение берем, и давай что мы еще возьмем, давай мы возьмем процентную прибавку к урону, наверное, да, давай, потому что, мне кажется, у меня не хватает чего-то подобного, регенерация плюс 2 каждые 5 секунд, но минус удача, на выживание возьмем две штуки четкие. Ребенок там ревет опять. Так, скорость атаки, давай. У меня два меча, четыре копья. Уверенно так разъебал.
Тут даже пойдет, знаете, что эта хрень, которая красная рука, которая меня дамажит, но дает дохуя кража жизни. Мне кажется, она бы тут даже зашла. Очень хорошечно было бы. Чего у меня за счет точного оружия? Урон ближним и кража жизни дополнительная. О, неплохо. Для меня продамажили. Перебыковал. Плюс, чем ближе к концу уровня, тем выше у меня регенерация здоровья. Это хорошо. За счет аптечки, которую я полутал. Надо еще хитпоинтов добавить. Я думаю, надо. Бля, мало выформил, кстати. Даже 400 нет. Скорость минус удача. Давай. Что здесь? Удача. Бля, что сделать? Давай легендарное копье сделаем. Острый соус. Лимонад давай. Крылья, скорость, дальность. Нет, нам это не надо. А вот сумку давай. По-моему, тут должна быть орда. Чуть не сказал легион. На этой волне, да, орда, наверное. Мне адреналин нужен. Чтоб я лучше хилился, уклонялся. Там сборщик. Убил сборщика? Да, есть. Минус сборщик. Кайф. Но пока нет сильных мобов, с этим я изи справляюсь. Так, за счет аптечки изи похилился. Нужно либо еще хитпоинтов добавить, либо брони взять. Опа, подрезал, как я их всех. Давай еще раз так попробуем. Блять, больно. Нафармил нормально. О, еще острый соус. Сбор, нет, не надо. Вот это давай. И что мы тут сделаем? Нам нужна кража жизни. Давай кражу возьмем, ладно. Глазная хирургия, геккончик. Не надо геккончик. Адреналин, ответный удар. Оу, это заебись. Копье турнирное. Лимонад. Ответный удар еще один. Это тоже возьмем. Тут это не будем, наверное. Хотя... Может быть стоит. Ладно, подумаем сейчас. Так, чё, давай. Чё у меня по броне? Одна броня. Бля, брони мало. С броней, конечно, что-то надо придумать. Надо что-то с щупальцами делать. Они меня так триггерят вообще всегда. Самые ебанутые вообще мобы. Ай, бля, больно. Вот это сильная волна. Тут я могу и откиснуть. Там сборщик появился. Ну, пойдет, наверное, пойдет. Три шмотки нашел. И ни одну не взял. Давай, хпшки. Оп-оп. Помидоры. Громовой меч. Хе-хе. Не, это мне не в тему. Вот обычный меч я бы взял. Сплав. Нет, не надо. Кандалы. Скорость ограничивает, хп ограничивает. Так, нихуя полезного, блядь, нет. Следующая волна у нас элита, блядь. Чё, будем убивать босса? В принципе, можно попробовать.
Уже не уверен. Хотя почему нет? Бля, сейчас будет много сфер этих ебаных. Выжил из ума. Или не из ума, не знаю, ну больно, пиздец. Нет, не убил я босса. Сферы меня эти разъебали. Лишний желудок, давай. Броня. Блять, уклонение. Давай. Сад дополнительный, давай. Кролик. Меч. Легендарный меч сделать. Или не делать. Сделаем на next волне. Надо сейчас хорошенько выфармить. Слишком разрозненно вы, сука, спаунитесь. Спаунитесь. У меня хп скачет туда-сюда. Надо что-то... Надо брони взять. Или скорости атаки, чтоб чаще кража прокола. Да, от красных сфер у меня защиты нет. То есть вот это меня хуйня, в принципе, и помешала мне босса убить. Если бы не красные сферы, я бы убил босса. Относительно неплохо выформил. Урон. Ну давай, дальность не надо нам. Меч. Меч надо брать. Еще меч пришел, только легендарный теперь. Чем я это сделал? Сука. Копье, белый флаг. Похуй, так пойдем. Еще одну волну можно пережить. Но будут трудности. Потому что я одну пуху проебал. Уровень апнул. Будет ли еще уровень? Не похоже, судя по тому, как шкала двигается. Ну, тогда будем искать конкретно броню. Но не надо оставить около 500, блять. 480 надо оставить ресурсов, чтобы меч легендарный забрать. Па-па-пам, па-па-пам. Даже вот когда все идеально, может все немножко подзасраться. Сейчас, конечно, не прям засралось, но есть проблемки. Все из-за того, что меня легко пробить. Уровень 700, радиус взрыва, чё за хуйня, инженерия, не надо нам это. Где броня? ХП опять. Не надо ХП, броню дайте. Не дают, окей. Давай ХП, ладно. Меч. Ну а чё делать, ролить, блять, до победного, хуйня. Еще одно копье будет легендарное. Чисто за счет ДПСа можно было бы убить босса. Все, пошли спавниться, пидорасы. Слишком много их. Пока есть возможность, надо убить его. Попробовать хотя бы. Он как будто специально ходит в трэше, сука, блять. Брони мало. Или меня просто поймали на моменте, когда я остановился. Наверное, да. Вот у меня броня почему-то в последнюю секунду вот такая. Давай повторим. Мне нравится копьем играть. В принципе, все бы ок. Надо как-то с броней решить вопрос. Хотя бы частично.
Не очень собрался, ну ладно, похуй. Давай возьмем регенерацию, копье и погнали. Хотя на старте, конечно, лучше какую-нибудь удачу. Или сбор. Собрал достаточно. Сбор, копье. Ого, третья волна, 5 копий. По-моему, достойный результат. Наверное, было бы не скучно играть, если бы в игре не было рандома. Наверное. Хуй знает. О, найс. Минус дальность, но плюс опыт. Это хорошо. И шестое копье будет на пятой волне. Тоже неплохо. Думаю, буду сейчас брать скорость атаки и просто скорость по максимуму. Хочу сделать и уклонение. Чисто сделать такого агильщика, как в доте. Потому что все эти характеристики, они свойственны именно ловкачам. Его зовут Ловкач. Логично собирать его как ловкача. Броня. Не, мы скорость. В удачу, копье. Учителя Боба берем для хорошего прибавки к опыту. У меня не было в прошлый раз прибавки к опыту. А сейчас у меня уже шрам и учитель Боб. По-моему, неплохо. Ай, больно. Хорошечно. На. 5 секунд. Ну, в этот раз не так хорошо собрался, как тогда, но пойдет. Скорость, дальность, урон в ближнем бою. Поищем еще что-то. О, скорость атаки. Нашел охуенный стат. Счет так давай. Всякая хуйня пришла. Еще копье. Найс. Делаем ставки, сколько соберу. Будет 200. Походу нет. Но могло быть. Дальность не надо, турель не надо. Кража жизни. Давай кража жизни восстановим. О, каменная кожа. Слушай, на старте ее получить бы, наверное, даже неплохо. Теперь не надо в броню выходить. Копье еще одно, давай. Так, отлично. В принципе, вопрос с выживаемостью, можно сказать, даже лишь решен. Грубо говоря, теперь надо просто собирать броню. За счет этого получится стать очень живучим. Да, ногами дрыгаю, сука, нервный, блядь, долбоёб. Это
так не дрыгал ногой, когда толстяка, блядь, проходил 3 часа. Не убил сборщика, чё ж такое-то, почему? Скорость атаки. Давай, наверное, мы броню поищем. Наверное, хуёвое решение. А вот броня, окей, все, найс, нашли. Синее копье. Вот это выкидываем, делаем вот так. Ну и обезьянку возьмем. В этот раз без фиолетового. Найс. Разъебано. Теперь тут охотник. Это не на меня теперь охотится, теперь я охочусь на вас. Сучки. Неплохо. Собрал, конечно, не так много. Так, инженерная фабрика. Не надо нам ее. Что мы тут поищем? Давай еще, наверное, брони или скорость атаки. Давай брони. И скорость передвижения. Сильно выше выходит. Выше выходит. Так, уточку возьмем. У меня мало удачи. Корону заберем потом точно. Конечно, она не прямо пришла, а вовремя, но может еще принести пользу. На-на-на-на-на. Ну, вроде восстановился по фарму немножко. О, шапка, шапка давай, шапка отлично. Шапка давай, шапка давай, шапка давай. Да где еще броня? Нету брони, давай кражу тогда. Кража ХП. Блять, броню давай, не надо нам хп. Так, плюс к урону за каждый плюс к скорости. Опачки, это охуительно. Это просто охуительно. Еще и свинку взял. Копилочку. У меня теперь ебать какая прибавка к урону. У меня теперь скорость дает и ближний бой, и просто урон. Надо сейчас только с выживаемостью решать вопрос. Я собираю броню. ХП, конечно, от этого не сильно растет. У меня прибавка к урону. Ой, к опыту есть, поэтому. Мне бы дальность сбора поднять. У меня, по-моему, ни одного языка пришельца нет. Ничего такого. Так, так, так. Как бы из-за своей скорости это, блядь, не обосраться. Нельзя мне стоять на месте. Мало, сука, собрал. Удача. Давай хп возьмем, чтобы хотя бы 40 было. То скоро боссы. Броня минус скорость. Давай, пожертвуем немножко скоростью. Кибершар. 5 удачи возьмем. Большие руки. Не надо нам больших рук, а вот червячка нормально можно взять. Копье фиолетовое возьмем потом. Танки, похуй мне на вас. Нихуя вы мне не сделаете.
Ну, с таким уроном, конечно, 154 просто. Это, я думаю, фиолетовая 154 бьет. Сейчас я еще одна фиолетовая бахну. А у меня сбор сколько? 14. Еще не начала себя корона оправдывать. Еще надо волны 3, наверное, или 4. Да, 4 скорее. Челик в короне бегает с огненными глазами. Тихоходка, давай. Это нам не надо. Давай еще броню возьмем. И еще броню. Опа. Уже довольно-таки бронированный молодой человек. Плюс 3 фиолетовых копья сейчас у меня. Хилка. Адреналинчик тоже возьмем. Пускай будет у него не только броня, но и вороты. Сейчас у нас элитка. Что съебала элитка? Она от меня бегает, блядь. Хилимся. И опять идем пиздить. И опять хилимся. И опять хилимся. Надамажил немножко. И опять попробуем. Блять, 20 секунд. Опасно. Слишком опасно. Не убил. Убил. Есть. Сосать. Чё там за шмотка? Дальность сбора пойдет. Бонусный опыт. Ну ладно, давай, похуй. Броня. И броня, и что еще надо мне? Ну давай возьмем тогда мы ХП. 60 ХП пойдет. Блять, как мне бесит эта хуйня. Почему мне досыпает постоянно вот эту свиток этот красный? Он нахуй вообще мне нужен. Он мне не всрался абсолютно. Каждый раз мне его, блядь, пытаются всучить. Давай кражу жизни возьмем. Желудочек. Вот это возьмем. При пробивании урон. Вот это тоже можем взять. Мне же они пробивают. Урон. Критические восстановления. Дальность. Ладно, не будем это брать. Лишний желудок возьмем. И будем теперь в скорость. Ну, можно еще, конечно, брони взять. А, можно уклонение. Уклонение надо брать. Мне надо брать уклонение и скорость. Скорость будет мне очень жестко урона. Хотя она мне и так жестко капает. Просто надо боссов еще жестче пиздить, мне кажется. Не забывать всегда в движении быть. В этот раз я с боссом правильно вступил. Я отходил от него, хилился и потом возвращался. Мало нафармил, конечно. Хотелось бы больше. Не нужна нам тыква. Давай скорость, ладно. Брать его или не брать за подбор? Ну давай, ладно. Так, вот это мы залочим. И сад тогда залочим. Это разве босс? Изи. Надеюсь, что-то полезное упадет с него. А не хуйня какая-нибудь очередная.
Хотелось бы что-то полезное какое-то. Что, блядь, неплохое, чтобы было. Блядь, надо похилиться. Блядь, полутал опять хуйню. Что там? О, найс. И вот это пойдет. Так, чё, нам нужно уклонение. Давай броню, ладно. Больше брони. Не помешает. Так, так. Будем ли брать меч? Ну давай меч возьмем, в принципе, неплохо. О, легендарное копье. Так, теперь можно не задумываться над фармом, все мне прилетит. Так, а как же удочка работает? Когда вы подбираете, а в конце волны, если мне прилетает все, это считается за подбор? Хуй знает. Поднимаем хпшечки. Не, работает же удочек. Не зря взял. Ни хуйню. Взял, точнее. И еще поднял хпшку, и еще... 74. Нормально, я так за волну уже нафармил. Неплохо. Очень даже неплохо. Рубашка... Ну давай, ладно. Регенерация. Думаю, лучше уклонение взять. Тем более адреналин есть. Это мы уберем. Сделаем вот так. А, не будем. Это мы не можем подобрать. Только если потом. Пытка. Нет, не будем это брать. Скорость атаки можно взять. Хотя там больше эффект от построек. Ну ладно, как скорость атаки возьмем. Похуй. Все равно планировал взять. Опа, еще хпшка. Еще. Довольно-таки плотненький у меня будет ловкач. То чувство, когда он более живучий, чем толстяк условный. За счет скорости и всяких примочек, которые я нашел. 80 хитпоинтов уже. Не, мощно, конечно, выходит. Плюс уровень. Разъебал все. Хорошо. Уклонение. Кольцо Мстителя. Оно себя, наверное, не окупит. Не будем брать. А вот копье. Копье возьмем. Ой, да, копье. Вот это мы не можем взять. Синее копье. Ну похуй. Два легендарных копья есть, меч. Очень уверенно получается босса подразъебать. Но сперва похилимся. Минус босс. Кайф. Реальный кайф. И по-прежнему хпшки апаются. Охо-хо-хо-хо. Еще босс разъебан. Бля, реально не ловкач, а киллер боссов просто. Турель, да пускай будет. Это не надо. Не будем это брать. О, а вот здесь. Давай скорость атаки возьмем.
И еще скорость атаки. Кайф. Реально охуенно. Так, меч. Это мы лочим. У нас почти все легендарное будет. Хе-хе. Это мощь. Слушай, это ну реально мощно. Еще и турельку взял, не слабую. Явно от нее профит будет. Мне жалко этих всех боссов. По 226 дамажу. 400. Сколько у меня крита? 3%. Бля, мало. ХПшечка. Еще ХПшечка. Блять, хотел забрать, не получилось. Ну похуй. Anyway, я фуловый уже не буду. Мало, мало как нафармлено. Че, у меня сбор 39. Во, уже окупилась корона. Хорошечно. Давай. Восстановление. Мечик еще один. Ну вы некуда. Сори. Так, копи эти. Ломаем ебучие щупальца. ХПшки уже не растут, что-то. Да и пробивать начинают меня. Очень много мобов на 19-й волне. Слишком много даже. Фух, блять. Медтурель. Да нахуй она нужна. Вот скорость, давай. Увеличим урон и урон ближним. Очень даже неплохо. Копье синее. Блять, серьезно. Я на 20-й буду. Ладно, как-нибудь переживем. Не знаю, смогу ли я убить боссов, конечно, с 5, а не с 6 оружием. Но это, конечно, фейл, что я не посмотрел, хватает ли у меня. А, не, убиваю. Вроде бы. Будет забавно, если такой, а, не, убиваю, в итоге сдох. Блять, и походу так и будет, блять. Ну, выжить точно должен. Я кражу бы жизни немножко подкачать. Больно. Очень больно. Просто выжить. Похоже, не убью. Надо меч брать легендарный, фух. Я, конечно, и обосрался сейчас. Прям знатненько. Так, ну вот так вот уже красивенько. 5 босс. 2, точнее, босса. Повар никогда не был сильным боссом. Нам важнее второго убить, которого я уже раздамажил. Есть второго ебой. С них, правда, не красные шмотки падают, ну и хуй с ним. Все как-то вытерпел свою ошибку, вроде не сделал фатальный.
Выформил, конечно, маловато шлем. Да нахуй он нужен? И эта хуйня не нужна. Нужна кража, нужна регенерация. Мне ничего подобного даже не приходит. Дерево, блядь, пришло. Вот это берем. Глаза пришельца можно взять. Явно хрень, которая будет дамажить рядом со мной, то есть будет меня отчасти сейвить. Потому что убивать будет рядом со мной врагов. Плюс у меня хпшечек уже немало. Да и желудочек работает. Вот я продолжаю увеличивать хпшечки свои. Ну вот. Почти 110. 109. 110, вот. То есть желудочек работает. А значит, будет работать и глаза пришельца. Сбор уменьшается. Корона вроде сыграла свою роль. Ну, блядь, конечно. После 20-й не пофармишь на сборе. Поэтому фервер у меня и откис так рано. А мог бы больше что-то сделать. Так, плюс кража. Давай скорость еще. Тык-тык. Кольцо Мстителя. Стоит ли его сейчас уже брать? Наверное, нет. Да, не будем брать. Ху-е-та. Вот это вот возьмем. И вот это возьмем. Плюс еще хпшки. Открыт. Нормально. Вот что значит скорость. Нормально, так я ее прокачал. 120 хпшечек. О, берем. Что еще стоит взять? Скорость атаки. Давай. Там больше ничего нормального нет. Ваши снаряды будут отскакивать. Какие у меня нахуй снаряды? Нет снарядов. А боссы будут еще сегодня? Может, боссов что-то полутается? Хотя вряд ли, конечно. Смотрим. У меня, в принципе, есть прогрессия. То есть у меня есть желудочек, увеличивающий хитпоинты. У меня есть статы. У меня есть адреналин, который дает мне подхил в зависимости от уклонения. На толстой коже есть. То есть качаю броню, получаю хп. Как бы тут все продумано. Даже если у меня вообще сбора не будет. Или отрицательный будет он. Единственное, что надо кражу как-то поднять. Или регенерацию. Что-то вот из этого. Па-па-пам, бесплатная замена. Ну давай. Худи, ретромейшн. Плюс 2 к параметру скорости атаки за каждый один к параметру уклонения. Ой. Минус 80 дальности. Вот это я хочу взять. Это мы заочим и погнали next. Сейчас босс будет. Опасно, конечно, все это. Скорее всего, я нихуя не сделаю ему. Им, точнее, двоим. Для этого и нужна кража.
чтобы, блядь, отхиливаться в зависимости от своего урона. Блядь, опять получил плюшку. У меня урона дохуя, но я от него не хилюсь. Соло совсем. Девять секунд. Смогу выжить? Пойдет. 804 нафармил. Хо-хо-хо. Давай кражу поищем. Вот она. Опачки. И худи. Ебой. Доска. Ясно. Нахуй мне ваша доска не нужна. Ну еще рольнем. Нихуя нет, короче, ясно. Эх, вот это можно взять. Тоже источник урона. Теперь у меня кража жизни. Как она, сколько она? Ваши атаки шансом 14% восстановят там 1 очко здоровья. Блядь, что-то кража такая себе, блядь. Если там процент над урона было, тогда это было бы прям имба. Как лайфстил вдать. Для милика не так уж круто. Для РДК, который бьет почти всегда, ему норм. Так, убили сборщика. Блять, больно, больно, больно. Маслины не ловим. Блять, поймал еще одну. Фух. Пошел, я просто влетел в толпу. Плавник, скорость, кража, минус удача. Сомнительный предмет. Дает много, но удача минус. Ну ладно, в принципе норм. Че, записал я, получается, ловкача. Тоже прикольный перс. Короче, гайз, на этом заканчиваем. Ставим лайки, подписываемся на канал, вступаем в сообщество ВКонтакте, смотрим стримы на Трово, на Ютубе, в ВК в группе порой будет, может быть, на Твиче даже. Вот, буду сейчас чаще подрубать. Через плагины в ВБС, не через 3MV, ебучий. 300 отдал за эту хуйню. И в итоге я нихуя не буду ей пользоваться, потому что отрубается стрим. Кстати, тут можно было больше сделать, чем 26 волн. Но я как-то поверил в себя, что на последних секундах залечу, побью много, и next волна, и нормально будет, но нет. Ладно, гайз, с вами был Билли Поттер, всем пока.